30-метровая прихожуня с больше как 2000 штучных галин. Менавіта такой гэты Новый год сустракая галоўная елка в области. Ее упрыгожванням стали 60 светлодиодных модернизованных гирлянд и вифлеемская зорка. Особной уваги заслуговывает святочное упрыгоживание галоўнай площади Гомеля. Дитячий казачный городок, имитация зоркового неба, резиденция Деда Мороза, плюс гандлёвые рады, которые будут працавать на протягу нескольких тыдняў. И шматликие малые архитектурные формы, у тым лику оригинальная конструкция у выгляде лишьбы 2017. Разом с традиционными Дедом Морозом и Снягуркой у запальвания святочной иллюминации удельничали символ наступного года вогненный певень, а так само творчество коллективы и артисты Гомеля. А проча того, першиню был организован флешмоб, в яким приняли удел больше як 500 студентов из усіх вышейших навучальных установ города. Их выступления не только святкование с надыходящими святами, але и проводены года культуры.